Всем привет, друзья, с вами снова я, Белый Копатель. Сегодня я, как вы видите, хожу в лесу и буду искать вокруг того места, где были найдены мной остатки пистолета, предположительно мушкета 18-19 века. Вот. Также здесь была найдена монета, кто смотрел мой канал, 20 копеек серебром Екатерины II. Вот. И поэтому будем, в общем, искать, в округе. Попробую вычислить либо дорогу, либо какие-то еще находки найти интересные и попробую сложить общую картину, либо дополнить этот пазл. Еще одна железная часть интересная. И, видимо, тоже какая-то запчасть от либо старого ружья, либо что-то такого очень древнее и явно технологичная какая-то. Копаю уже все железные сигналы здесь. И вот такие здесь находки находятся. Это уже мой второй ножик за сегодня. Первый был сделан вообще из, по-моему, из рубанкового лезвия. А этот вот складной старый ножик. Какое-то здесь воровское место. Интересный сигнал. Находится прямо в дереве. Либо под ним. Возможно, это пуля. Девяносто процентов шит монета. Так, нужен пинчик. Монета. Монета совпадает. 1823 года. Копейка Александра I. Вот мы, можно сказать, и датировали эту баталию годом. А там у нас был 1700. Да, с этой стороны убитая. Здесь считается 1821 год. Копеечка. Все сходится. Начинаю кружить здесь. Друзья, если вы хотите приобрести поисковое оборудование, я рекомендую вам магазин у деда Мити. Здесь вы найдете огромный выбор металлоискателей, катушек и прочего оборудования для поисковиков, кладоискателей и нумизматов. За 5 лет работы магазин получил сотни положительных отзывов. Все товары фирменные и имеют официальную гарантию в сервисных центрах. Возможно, доставка в регионы. Помимо онлайн-магазина, есть 2 живых магазина в городах Подольск и Серпухов. Назовите промокод «Белый копатель» и получите скидку или отдельный бонус при покупке металлоискателя. Еще сигнал цветной. Монета. На сей раз советы. Советы 2 копейки ранее. 31 год. Очередное колечко от птички. 2014 год. Совсем недавно. Погибла. Земляничка уже поспела. И вся еще. Но уже есть. Вон она, сколько ее здесь. Вот. Вот. Вот она. Ребята. Сейчас я наемся. На солнышке. Красота. Еще монетка. Ну, тоже совет. 2 копейки.
тоже, видимо, рыжие. Ладно, почистим дома. О, оно того года, находка, но это ни в кого не попала пуля. Молодняком поросло уже тут, старые деревни деревья выкорчеваны. К сожалению, тяжело дается поиск, цветных сигналов мало. Проволока мешает. Ну ладненько, есть перспектива найти что-то действительно интересное. Вон на какое место-то, оказывается, есть. Я и не знал. Смотрите, какой муравейник гигантский. А враг этот, он шел-шел, а здесь он вон какой высокий. Ё-моё, метров, наверное, 20 вниз. Сейчас спущусь. Надо здесь пролезть, посмотреть эту зону. Практически спустился в самый низ. Так эта тропинка и идет вдоль оврага. Но это современная тропинка. Возможно, и раньше здесь ходили люди. Вот, но это говорит о том, что вот вам как пример. Овраг, естественно, проще у него вдоль него двигаться. Проще всего. Не теряя ориентир. И, соответственно, не лазя по оврагу. А вот поверху оврага идет тропиночка. Ох уж эти лесные поиски. Ох уж эти лесные находочки. Так. Снова пинчик. Выручай. Марио. Так, подкапывать. О, монета, что ли? Нет, показалось. Ой, что-то звякнуло. Так. О. Оп-оп-оп, стоп. Все, стоп. Стоп. Это того периода. Это то, что нам надо, ребята. Это у нас створка. Створочка. От складня. Воды нет, ее помыть. Но... помою, одна створочка. Сейчас будем искать продолжение. Целенькая, не загнутая. Это уже хорошо. Старина, наткнулся я снова на старину. Thank you.
Еще одна. Советы. 3 копейки. 46-й год. Ну что, друзья, вот подошел очередной коп к концу. Не нашел я остатки от складня, но ничего, будет лишний повод сюда еще вернуться. Давайте подведем итоги, посмотрим, что я нашел. Отмыл я немножко их. Пробочки. Это только те последние, которые я решил собрать. Это вот птичку окольцовывали. Пуля та самая с тех времен. Копеечка бодрая с этой стороны. Ах ты, блин, кусаются. Так, кусаются комарьё. Вот одна копейка. Ну, видите, даже лесной сохран у нас не выручает. А это вся в окислах сторона. 1820 какой-то год. Так, советики. 3 штуки. И вот эта вот прекрасная створка от складня. Замечательная сохран, даже не позеленела. Дома щеточкой уже пройдусь и будет супер. Немножко подзагнул ее. Где же там основная эта часть? Где-то рядом. Ну ничего, вернусь еще туда. И вот это вот явно тоже металл такой. Нож, не нож. Какая-то, мне кажется, тоже технологическая. Еще какая-то тоже железная часть там, где был мушкет. Но ничего крупного железного не звенело там. Поэтому не знаю, где там дуло от него. Вот. Ладно, ребята, вот такие итоги. Ставьте лайки, поддерживайте, подписываться не забывайте. Пишите в комментариях, что вы думаете, свои какие-то наработки, кто что нашел. Делитесь советами. Дорог здесь очень много. Местами можно ходить, ну и видите, старина выскакивает, это тоже неплохо. И место главное, что рядом с моим домом, в принципе, 30 минут на автобусе. Ладно, все, всем удачи, всем пока, хороших находок, с вами был Белый Копатель. До новых встреч на канале.